Вот этот особняк уже еще лучше закрыли, гады. Ну что, у меня есть лопата, сейчас прокопаем путь. Залезай! Вот и все. А я лестницу забыл. Ну ничего, сейчас приду. Сейчас приду. Так, все, прибежал. Все, прибежал за лестницей. Все, все, начинаем забираться на четвертый этаж. Давай, залезай. Какой красивый вид. Уже вечереет. Значит, идем куда-нибудь. Давай. Вот и все. Какой красивый вид. Все чисто. Все. Сидим тут. Эх, друган, какая красивая ночь. Хотя мы не видим неба. Кого убить первым? Его. Почему меня? Эй. Опять стряслось. Да тут опять. Что? Что тут опять? Сэр, тут опять. Тут какие-то школьники прокопали путь вот под землю сейчас. Ага, они здесь подземный путь прокопали. Так вот, они подземный путь прокопали и отсюда вылезли. И поставили здесь лестницу и залезли туда. Потом на одного из них напал маньяк. А другой выпрыгнул с окна. Мне интересно, что там с другими. Ага. Ну ясно. Ну все, дальше работаем. Вот отсюда они, он выпрыгнул. А второй где? А он на третьем этаже в этой комнате. Ну там сейчас работает полицейский один. Так. Угу. Он отсюда выпрыгнул. Ты что-то хотел? Нет. Угу. Вот еще улики, железная лопата у одного только была. У одного только было все, а именно железная лопата, немножечко еды, телефон и лестница. А у другого шесть тоже не было ничего. Ну ты работай, работай. Эх.
Вот так вот они залезли. Ну что, усиливаем защиту. Точнее. Еще хорошенько его закрываем. Да. Ну давай.